Всем привет! Виктория и Борис приехали к бабушке, и они очень хотят ей помочь. Надо погасить прекрасный газон бабушки. Тут растут цветы, беседочка красивая с розами, мангал, кресло, все готово для отдыха. И сейчас Виктория с Борисом наведут порядок этой газонной косилочкой. Давайте посмотрим, как она устроена. Вот здесь колесики. Да? Колесики. Вот это ножи, которые косят травку. Молодец. А это бак, в который травка набирается потом. Молодец. Вот он так. Большой такой бак. Наберет травку, будем выбрасывать. Такой. Вот такой. Вот такой большой. Вот это ручка, за которую мы будем вести газонокосилка. А мотор, находится вот под этой желтой крышечкой. Вот там. Вот, 1300 ватт. Поехали? Борис Сергеевич, Виктория, что за волшебная кнопочка? Неизвестно. Тоже неизвестно. Сейчас будем изучать. Так, написано одновременно. Нажмите кнопочку и поднимите ручку. Сейчас так и сделаем. Поехали. Вот эта большая трава, мы ее сейчас будем косить. Поехали. Давайте, ура! Как вы травку скосили вверх? Ура! Давай! Ура! Молодец! Ура! Ура! Молодцы! Посмотрите, какой чистенький лужок получился. Травки на травки такие все ровненькие. Детки молодцы. Грею теперь как положено породистому лабрадору, он будет отдыхать на красивом газоне с красивыми цветочками.